Соревнования по скоростному маневрированию в Солигорске – это второй этап чемпионата Беларуси. Первый прошел в Слуцке. Соревнования по виртуозной езде интересны, зрелищны и пользуются популярностью у солигорчан, о чем свидетельствует количество зрителей, собравшихся на парковочной площадке. Дебют соревнований прошел с успехом, но организаторы решили не останавливаться на достигнутом и внесли ряд изменений в программу второго чемпионата Беларуси. В этом году тоже будет, во-первых, изменена трасса. Во-вторых, мы сделали зачетную группу любителей дополнительно, как вы видите. В-третьих, в общем-то, трассы немножко будут проходить заезды по-другому, потому что мы не стали делать все парные гонки, чтобы не утомлять зрителей, а только финалисты и четверо сильнейших в финале будут проезжать парную гонку, а так будут все остальные заезды на время по одному. На открытие этапа с приветственным словом к присутствующим обратился представитель официального партнера чемпионата открытого акционерного общества «Белшина» Анатолия Готовчика, который поблагодарил конкурсантов, а их было около 20, за участие. Сезон 2015 года традиционно проводится по следующей схеме. Все участники и любители и спортсмены проезжают по трем трассам с различной конфигурацией, а потом четверо спортсменов, показавших лучшую сумму результатов по всем трем трассам, продолжают бороться между собой в парных заездах за места на подиуме. Для любителей парные гонки не проводятся, а подводятся итоги по выступлениям на трех трассах. Кроме того, у спортсменов есть еще командный зачет. В каждой команде по два участника. Отрадно, что во втором этапе сезона 2015 чемпионата наряду с мужчинами соревновалась девушка, которая бросила вызов и продемонстрировала навыки виртуозной езды. Во время проведения соревнований организаторы традиционно не оставляют без внимания зрителей, организовывая для них интересные игры и конкурсы. В текущем году солигорчанам предложили состязание в виртуозности бега. На первый взгляд задание простое, но, как оказалось, это была всего лишь разминка. Усложнило задачу то, что пробежать заданную трассу нужно в темных очках, на ощупь. А солигорчане, имеющие при себе водительское удостоверение категории «Б», могли пройти тест-драйв автомобилей Volkswagen, которые разместились недалеко от места проведения второго этапа чемпионата. По результатам всех трех этапов соревнований в финал вышло 4 участника. Братья Александр Цедрик и Евгений Цедрик боролись за третье место, Андрей Роденко и Алексей Шентюков – за первое. Зрелищные заезды автомобилей наблюдали зрители, поддерживая участников ликующими возгласами и овациями. Итог соревнований показал: Александр Цедрик занял третье место, Андрей Роденко – второе, Алексей Шентюков – первое. Командный сочет на втором этапе за «Белшиной». Второе место у команды «Mazda Team», третье у спортсменов из Витебска «Купер С». Торжественная церемония награждения, традиционный дождь из шампанского и фотосессия завершили второй этап чемпионата по скоростному маневрированию. Третий этап состоится 7 июня в городе Молодечно.